В Смольном вручили награды 5-го федерального конкурса народного признания «Наш любимый врач». Среди победителей и педиатр поликлиники номер 7 Николай Рыжиков. На прием к этому доктору всегда выстраивается очередь. И даже когда часы приема позади, Николай Григорьевич все равно в окружении пациентов. Назначить лечение, дать рекомендации – это еще полдела. Для каждого ребенка найдется интересная сказка, а для тех, кто постарше – дружеский совет. Надо любить просто свою работу. Любить и на работу ходить с настроением и работать сколько надо, не считаясь со временем. В 1974 году Николай Григорьевич закончил Ленинградское медицинское училище. По распределению попал в Ленметрострой, был заведующим травмпунктом. Затем поступил в институт. После его окончания пришел работать в 7-ю поликлинику, где трудится уже более 30 лет. Уже наши бывшие пациенты приводят своих деток. И он дает советы не только малышам, но уже и советы мамам. Все очень его любят. Это вот, знаете, как добрый доктор Ипполит. Почетного звания «Наш любимый врач» Николай Рыжиков удостоился благодаря сотням голосов родителей маленьких пациентов. Всего же в профессиональном конкурсе участвовали более 3000 докторов в разных номинациях. Более отзывчивого, более радушного я, наверное, не встречала. Можно сказать, что это врач от Бога. За врачей голосовали как родители, так и маленькие пациенты. В поддержку любимого доктора они отправляли свои рисунки. Всего дети нарисовали более 11 тысяч работ. Тем самым они не только принесли дополнительные баллы врачам, но и сами стали участниками отдельного конкурса.